Самые белые парни, которых вы знаете. Эй, пап. Да, сын? Откуда дети берутся? Чё? Откуда дети берутся? Ну, изнутри твоей письки. Чё? Ну, у тебя внутри письки есть маленькие яйца. Как мерзко. Да? Довольно мерзко. Да. А как они превращаются в детей? Ну, ты находишь себе девушку, помещаешь в ней письку и выдавливаешь свои яйца. Типа как пописать в нее? Да. Потом из яиц вырастают младенцы, и она выдавливает их наружу. Типа выкакивает? Да, примерно так. А если она их не выдавит, они могут вырасти слишком большими и вылезти у нее изо рта? Наверное. Господи. Я как не задумывался. А что дети едят, когда выходят? Сиськи. Я тоже ел сиськи? Да. Мерзость. Да, довольно мерзко. Значит, в письке есть яйца, ты писаешь ими в девочку, это все превращается в детей, потом она выкакивает их, и они едят сиськи? Да, как-то так. Мой настоящий папа сказал, что больше не хочет, чтобы я ходил в парк и говорил с тобой. Да, все нормально. Мне так и так запрещено тусоваться с детьми. The Wildest Kids You Know перевел, озвучил доктор Лемон. Огромное спасибо донатерам за поддержку. Персональный привет колдунье из Нарнии.